Тревогу забили жители. Прибрежная полоса реки Скалбы засыпана землей и строительными отходами в районе улицы Хлебозаводской. Глава взял на личный контроль ситуацию с мусором и с берегом реки. Комиссионно мы обследовали территорию, выехали с представителями застройщика, с советом депутатов. Грунт, который стали разравнивать строители, в буквальном смысле потеснил речку, причем в самых узких ее местах. Водоохранная зона составляет минимум 50 метров. Вот здесь очень четко видно, что нету даже и одного метра. Это природа охраны, законодательство. Представитель застройщика в разговоре с городской администрацией вину признает. Объясняет, в прибрежную зону Скалбы зашли, пытаясь начать благоустройство территории, возводимого здесь микрорайона. Мы с этим вопросом разберемся, и подрядчик в ближайшее время эту зону береговую очистит и приведет в исходное состояние. Мусор необходимо утилизировать в законном порядке. Объемы предстоящей работы будут известны позже. Это просто какой-то, если честно, экологический беспредел. У нас масса обращений граждан и на встречах с депутатами, и депутатские группы обращались с этим вопросом. Это абсолютно неприемлемо. И я надеюсь, что после сегодняшней встречи, так как застройщик сказал, будет все это исправлено, и урон нашей реке будет устранен, и берег нашей реки будет приведен в исходное состояние. Берег Скалбы обещают привести в нормативное соответствие в ближайшее время. Анна Пыльцина, Владимир Безлепкин, ИТВ.